Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» — программа о том, как найти свою... Она хотела всем управлять, она хотела все делать так, как ей нужно. Но я не такой человек, я не могу... как бы позволить девушке, чтобы она следовала за моей жизнью. Кто бы сомневался, бульбаш упрямый, боже. Я знаю вас с Белоруссии, парней, ты работала с такими. Ужас. Я надеюсь, это хорошо о белорусах сказано сейчас. Нет, это был не комплимент. Не комплимент, да? Жаль. Вот смотри, Миша. Сначала в никуда отпустите, в никуда, просто отпустите. Пусть живет на съемной квартире одна. Куда она приведет? К вам? Вы же будете советы давать стоять за стенкой, там говорить: ой, а что ты там стонешь, тебе не больно, дочка? Ты будете там рываться, не надо. Поэтому сначала пусть придет, хоть плохой парень, хоть, ну, не знаю, хоть какой-то там... Ну, нахрен плохой, он не достоин. Да хоть с кого-то нужно начать. Ну, конечно. Ну, Миша, вот повесь ее сюда, и мы в маме. Нет. Я ни разу не выводила мам еще из нашей студии, которая мешает, но мне сейчас прямо чешутся руки. Вывести вас, мама, отсюда или заклеить вам рот. Ну, простите, пожалуйста, ну как я, лишь бы кому ее это... Согласна, мама, лишь бы кому не надо. Единственная дочь? Нет, брат, сын у меня еще сын есть. Маме хотя бы уехать в деревню на месяц. Скажите, пожалуйста, оперным певцам нужно очень беречь свой голос и многое табу. Да. На многое табу. Ешь, моя девочка, мне это приятно. Я просто начала, я уже... Да, можешь ты тоже взять, я пока пообщаюсь. Значит, вы тоже можете есть и разговаривать. Что должна знать жена? Взял и поехал вместе с подружкой, которая проводила там весенние каникулы. Подружка, то, что я имею в виду, или? Нет. Просто? Нет, просто душевная. А у нее был парень? Да, у нее был парень. И вот когда парень этот парень вколол, засыпал, да, вы с этим огурцом. Поцелуешь, тебе покажу огурчик красненький. Нет? Да. Дура. Бывали намеки такие. И что, вот вы вернулись из Таиланда, можно сказать, новым человеком. Конечно, обновленный. Испил рай земли. Испил мед земли. И про любовь теперь. Прямо вот постепенненько. А любовь в России, она несколько отличается от тайской. А вот как вы такой весельчак, я смотрю, за словом в карман не лезете? Это вы когда будете лежать так вот, вот денег накопил и поехал, правильно, в палатке? Нет, вопрос один. И Андрюху накатила. Правильно я понимаю, что она возвращается с работы, поднимается по лестнице, мимо нее вихрем проноситесь вы с рюкзаком и кричите: накрыла только. И все, и на поезд. А возьмете с собой, например, Катерину? Конечно. Конечно, конечно, возьму, скажу, 1,5 часа на сборы. Катя, берем только купальник. Столько интересных комплиментов. Спасибо, да. Прям хочется, чтобы ваша подружка готовилась еще бы минут 40. Да. Маменька, а что это от вас пар пошел вдруг? Может, климакс? Сейчас маменька сама захочет его. Хорошо, спасибо. Я тебе сейчас предсказание скажу, дорогая. Ишь. Так, давай. Так, Владимир, это вам. Прочитайте. Что-то не поняла я. У женщин все сердце, даже голова. У женщин все сердце, даже голова. То есть женщина чувствительная, у нее чувства преобладают над разумом. Что, кстати говоря, неправда. По последним исследованиям, именно у женщины эмоции отделены от интеллекта. И женщина может и чувствовать, и мыслить одновременно. А у тебя что написано? Ну, мне достаточно скучно. Оторви, наконец, глаза от этой бумажки, все и так ясно. Я на нее не так уж и пялилась. Проходите, вы в сетях нашли... Да, в социальной сети я увидела, что очень много у него девушек в друзьях. Из России в основном. Довольно-таки симпатичных, да, из Украины, из России. Дурёх-то. Да. Которые за пиццу прямо, знаете, да, там. Да, да, да. Не за пиццу, а да, за карпаччо. А знаешь, а я думаю, что, может быть, еще и они ему эту пиццу покупали, если за пиццу, карпаччо и фокаччо тогда. Хорошо. И на десерт тирамису. Да. И сколько хочешь. Зу-зу-зу. Ой, господи, дуры вы, дуры. Они как-то не подходят друг к другу, они как-то не смотрятся. Да, гороскоп не тот. А на что будете закрывать глаза? Такие же трусливые, такие же брезгливые, также хотят спрятаться за нашу спину. В общем, они такие же, как и мы. Даже еще хуже. Давайте я вас обниму и заражу, может быть, вот чем-то таким. Иди, моя птичка. Спасибо вам огромное.
Иди садись. Если старшая женщина вас хлопает по попе, значит, она вам набивает женихов. Я вам их набила. Да, Лариса, молодец. А что ты там Василис рассматриваешь-то? В домашних условиях берется белый чистый листочек бумаги, мыло, лучше белое, и рисуется по вашему желанию кресты, кольца, забор, счастье, облака. Потом белого мыла не видно, а потом сажа или земля может натирать лист чем угодно, и эти изображения фантастически проявятся. Мы так, когда мне было лет 10, в лагере баловались. А ты на малолетке, что ли, сидела? Нет, в лагере. Да, по малолетке. В пионерском, Лариса. Что ты подумала? А я думала, на зоне там это практикуют. Ну, это, конечно, очень эффектно, красиво. Мы с девчонками прятались за шторами, натирали руки друг другу сажей от сгоревшей спички, и там что-то проявлялось, слово на руке какое-то. Это прям вот оттуда. Из моего лагерного детства. Это цинично. А под музыку, под свечи, так все красиво начиналось. Конечно, красиво начиналось. А руки в карманах Рустам держал для того, чтобы энергия не уходила. А зубы перед женитьбой не ставил, чтобы, наоборот, заходила энергия, вероятно. Ой, какая ты, боже. Мужчина же просто так не запевает рядом с женщиной. Нет, ну просто у меня работа была на всяких светских мероприятиях. Соответственно, она просто никогда со мной не выходила ни гулять. Потому что ей гербарии были интереснее, правда, чем поддержать мужа? Она была серьезным человеком. Она сказала, творческий человек – это, ну, это как бы несерьезная тема. А зачем она замуж за вас пошла? Потому что у меня были человеческие качества. Да. А вы сказали же ей, что выпивать – это для оператора профессионально? Что это часть его профессии? Ну, так же, как и всех творческих людей. Да. Конечно. Не, ну для нее-то я рассказать? Дурак был. Не, а для работы, наоборот, креативный. Понятно, Антон, рассказывай про оператора. Спрашивают оператора: Василий, можешь снимать кино, если выпьешь стакан водки? Он говорит: легко, могу, да. Говорит, а два стакана? Говорит, может. Конечно, могу. Говорит, а три? Он говорит, ну вот сейчас же снимаю. Он говорит, а четыре? Могу, говорит, но как режиссер. Может и без сознания снять. На автомате. Я пару раз так снимал. И ни разу работал. Нигде не учился. Нигде не учился? У меня среднее образование. Ага. У меня просто, если я чего-то лучше других делаю, они берут. А кто ваш любимый оператор? Вот для вас, допустим, эталон операторского искусства в кино. Это не по этим признакам я сужу. Кто больше зарабатывает, тот и... Тот и оператор. Тот, естественно. Во-первых, кто больше бухает за камерой, кто больше зарабатывает. С чего? Жена не понимала. Вы приходите, например, в ночной клуб. Да. Как в валенок стоять там 3 часа, я не могу. Естественно, вот это вот постепенно я дошел до этого. Если не сразу я стал алкоголиком. Нет, ни в коем случае. А потом все наливают. Это... Великий оператор, да. Антон пришел в бар. Все же хотят у него сняться. Все же хотят ролик у него заказать. Вот. Поэтому все с уважением, как бы, типа, Антон. Скажите, мы пожалуйста, вы можете назвать себя сильным внутренним человеком? Могу назвать себя многогранным. Но не сильным. Почему а если опять случится какой-нибудь казус в жизни, ну, всякое в жизни бывает, и вы опять запьете. Зачем он не повторяется дважды. Зачем вы? Он не запьет. Причем здесь сила? Это я лично себе причинял. Он свое горло пьет, не ваше. А когда жена вас с любовницей не один раз застукала, это вы никому не причинили? Это вид... Только со стороны. На самом деле я как бы просто с ней сидел. То есть вы физически изменяли, а душой вы были чистыми. Что значит изменял? Вы видели, что я изменял? А вы вот прям расскажите эту вот историю, как вы сидите, выпиваете. Вот прям расскажите эту вот историю сами. Ну, в общем, она уехала в командировку, приезжает раньше времени. Угу. Вот, и звонок в дверь. Ну, либо мне было открыть эту дверь, либо не открыть. Я мог не открыть и сказать, что я там что-то, какие-то проблемы. Но я не люблю так как бы... Это просто подло так делать. Лучше я открыл дверь, и там, что она увидела, лучше пусть сразу знает. А что она увидела? Увидела меня в невменяемом состоянии и с лицом противоположного пола. А та тоже была в невменяемом состоянии? Ну, естественно, я ее поднять не мог. Просто я ее хотел... А где вы ее нашли-то, ту, которую поднять не смогли? На улице, естественно. На улице? Она тоже была из творческих или нет? Слава богу, нет. Из простых была, да? Тогда бы... И что, жена развернулась и ушла или выгнала соперницу? Ну, пару раз ударила табуреткой, как это обычно бывает. А вас? Ну, а кто же будет терпеть такое? Я предполагал, что может быть... А девушку-то дали ей отоспаться или прямо ее вот полумертвую на улицу выгнали? Нет, а тут приходится решение принимать. Либо ты сразу выкидываешь ее прям реально, потому что это... Либо семью теряешь. Жену? Другого нет, да. Ну, и вы девушку эту пьяную выкинули? Жену он выкинул, пьяную-то... Нет, ну что вы говорите, моральный урод какой-то выкидывать жену? А девушку бы хотела изменить в своей жизни сейчас?
Но я уже изменил то, что хотел. Я перестал этим заниматься. Соответственно, я сейчас не в нормальной форме. То, что там предыдущие грехи были, это дно моей души, а сейчас этого нету, поэтому судить меня уже нельзя. Я за это заплатил. Скажите, пожалуйста, уже... что вы приготовили для Александра? А, хотел бы тебя научить высокому искусству восточному. Ничего, это все в процессе. Видишь? Нормально. Я боюсь крутить просто человека. О! Шутка, это все было розыгрыш. Специально для тебя, это просто такой прикол. Это, во-первых, для любви, шутка. Ну, хочу, конечно, так долю юмора внести. Просто не знал, что показать. Как бы решил так развлечь ее. Спасибо большое. Спасибо. А, проходите, пожалуйста, в свою комнату. Спасибо, буду самообороняться. Как впечатление об Антоне? Ну, начал он хорошо, то есть принес букет всем женщинам. Прекрасное, да? Искусство боевое. Я его не увидела, он его не продемонстрировал. Ну, вы. А что вы скажете, Александр? Я считаю, что очень недалекий человек, приземленный и совершенно не развит интеллектуально. Мне с таким человеком будет просто неинтересно, скучно, даже поговорить с ним толком не о чем. Это жесть, конечно. Вы знаете, у меня было абсолютное ощущение, что пришел Дима Нагиев в какой-то своей новой роли из серии про прапорщика Задова. Потому что мне кажется, что таких людей в реальной жизни не бывает. Либо Антон блестящий актер, который решил нас за нос поводить, либо у Антона проблемы. Большие. И Кристине с Максимом нужно как-то, в общем-то, по-товарищески Антону помочь. Потому что я его понимаю, когда столько пьешь, а потом уже вот так на сушняке выходишь в жизнь, она, блин, кажется такой страшной, и ты несешь какое-то вот про вот это боевое искусство, про талант свой, про то, что не нужно. Давайте просто чисто по-человечески его поймем и пожалеем. Тебе не понять, вы татары не пьете, не знаете, какой это горе, как это тяжело. Да ты, собственно, Василиса, не из нашего профсоюза. А тогда звезды, что тебе подсказывают? Ну, конечно, сложно его рекомендовать. И я, конечно, понимаю, что вовсе не семейная скука стала причиной пьянства. Но он и сам, собственно, искренне рассказал, что жену не за что винить. Самое, мне кажется, сложное на текущий момент времени, что он себя за все уже простил. Не то, что он должен посыпать голову пеплом и себя во всем винить, но он прям так вот совершенно откровенно и говорит: я свое уже отстрадал, поэтому вы меня сейчас никто осуждать не имеете права, не смеете. В общем, что хочу, то и ворочу. Прозвучало это как то, что он оправдывает свои следующие шаги такие же. Я думаю, что такой человек запьет и не задумается в следующий раз. Ну, естественно, как можно рекомендовать? Так что я лично пока сомневаюсь, что хуже, Рустам, который экстрасенс, или Антон, который оператор. Но я буду... Извините, почти мой ровесник. Одета не солидно для жениха. Да ты с ума сошла, он же тебя старше. Послушай, дело к полтиннику, собственный ребенок, непонятный... Полигамный. Нет, это у вас, знаете, как рыба камбала, широкая, но, понимаете, а вот узенькая, но вот... Иметь такую вот попку, как вы говорите, это склонность к полноте.